Напомним, 2 месяца назад жильцы дома номер 4 по улице Гаевского столкнулись с проблемой, причина которой была непонятна и вызывала серьезные опасения. Я вошла в ванну. Ванна как в тумане. Я никак не могла понять, что могло быть в ванне-то. Потом дым, потом подванный огонь. 2 раза приезжала энергослужба, 110 вольт замеряли на трубе. На холодной воде. Как только вода как получается, в канализацию попадает, тут же начинает током бить. Как бы ребенок с маленьким, моем только в тазике его. Руководители управляющей компании и службы электросети обещали с проблемой разобраться и установили специальный измерительный прибор. По результатам мониторинга вот этого прибора, который в течение суток будет отслеживать качество электроснабжения по многим параметрам, я их сейчас не буду перечислять, мы уже через сутки получим картину, которая выявит, в каком направлении нам вот эту проблему решать. Прошло более 2 недель. Смогли ли, наконец, жители дома номер 4 почувствовать себя в безопасности? Электричеством больше так не бьет с душа, но на трубе все равно напряжение было, потому что как ЖКХ сказали, что они сделали пластиковую трубу, разъединили типа сеть. Током все равно немножко, но било именно от трубы с водой. Как видим, претензии у жителей все же имеются, несмотря на действия руководства электросети и ЖКХ. Мы вновь связались с директором производственной службы электросеть Владимиром Пироговым. Ну, мы готовы опять повторить вот действия по обходу квартир, в том числе и с нашими специалистами. Мы дадим своих людей, чтобы помочь жилищной управляющей компании ЖКХ еще раз, как говорится, окунуться в эту проблему. Что ж, будем следить за развитием событий и в будущем еще вернемся к этой теме. Александр Шишов, Ия Адами, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.